Всем привет! Делаю видеообзор трехспального таунхауса на Банкраке. Нахожусь в первой спальне. Давайте смотреть. Здесь у нас есть рабочий стол, стул, большая кровать, кондиционер, телевизор, такая вот подставка. Так, кресло. Очень хорошо. Так, что там у нас? У нас есть выход на балкончик. Давайте посмотрим балкончик. Вот такой балкончик. Вот такой вид. Можно пронаблюдать закат. Очень классно. Хорошее такое местечко. Ну, давайте смотреть дальше. Здесь есть прикроватные тумбочки, светильники. Все новое, все свежее, все очень здорово. Это просторная спальня. Мне нравится. Также в этой спальне есть такой вот туалетный столик. Огромный гардероб. Все здорово. И санузел. Давайте посмотрим санузел. Так, здесь у нас унитаз. Отделенная зона для душа. Слив под душем. Лейка. Так, москитных сеток нет. Раковина хорошая, зеркало. Все сделано по уму, мне нравится. Все классно. Идем дальше. Заходим во второй санузел. Здесь также все хорошо, хорошая сантехника, зеркало, унитаз, зона для туша сделана тоже грамотно, все очень круто, москитных сеток нет, правда, но ничего страшного. Здесь есть выход в коридор и в спальню, давайте смотреть спальню. Здесь из спальни проход еще один гардероб, тоже очень круто, мне нравится, и сама спальня. Это спальня поменьше. Ну, здесь тоже все в порядке. Есть телевизор. Есть вот такая вот полочка с ящичками. Хорошая кровать. Кондиционер. Тумбочка, зеркало. Все в порядке. Все хорошо сделано. Мне нравится. Идем дальше. Заходим в третью спальню. Третья спальня еще меньше. Здесь односпальная кровать, большой шкаф. Так, посмотрим, что здесь есть. Сменное постельное белье. Да, подушки, то есть все в порядке. Есть вот рабочее еще место. На самом деле ее можно также рассматривать как детская комната. Ну, для одного ребенка. Все сделано здорово. Здесь также есть кондиционер. Светлая комната, москитных сеток нет. Ну, есть тумбочка и телевизор. Идем дальше. Спускаемся вниз. Таунхаус двухэтажный. Попадаем в зону гостиная плюс кухня. Зона разделена вот такой вот классной системой хранения. Мне нравится. Пространство сразу же разделяется, при этом не теряется его простор. Значит, что мы здесь видим? Здесь есть стол, 4 стула, большие окна. Все очень светло. Есть кондиционер. Также смотрим зону для приготовления. Здесь вот такая вот большая кухня. Отличный большой холодильник. Морозильная зона. Обычная зона. Очень здорово, очень круто. Дальше у нас есть раковина. Так, по посуде.
Так, вот вижу, есть стаканы, кружки. Здесь еще какая-то посуда. Дальше здесь есть у нас тостер, чайник, газовая плита, духовка. Все очень круто. Ага, вот я вижу здесь сковородки, кастрюли. Так, здесь у нас тарелки. Отлично. Приборы, даже есть поварёшки. Ну, в общем, комплектация отличная. Мне нравится. Кухня прикольная. Здесь очень оригинальный такой интерьер. Мне нравится. Так, вот здесь у нас еще есть выход. Давайте посмотрим, что здесь. Так, здесь у нас отличный бонус в виде стиральной машины. Это очень круто. Мне нравится. Также вот есть две сушилки. Классно, мне нравится. Идем дальше. Посмотрим гостиную. В гостиной есть диван, столик, такое вот кресло, такой вот интересный торшер, кондиционер, телевизор, я вижу роутер, ТВ-приставка. И вон там еще спряталась гладильная доска. Все очень здорово. Мне нравится. Очень уютно. Также здесь есть санузел. Давайте посмотрим санузел. Ну, это гостевой санузел здесь. Только унитаз, раковина и зеркало. В принципе, все здорово. Больше ничего здесь и не надо. Так, здесь у нас какое-то подсобное помещение. Так, и еще вот здесь выход. Здесь выход у нас на парковку. Хорошая крытая парковка. Территория огорожена. И вот здесь у нас терраса. На террасе 4 стула. Место очень классное. Мне нравится. По цене и качеству очень хороший вариант. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.